В преддверии 72-й годовщины Великой Победы Совет ветеранов города получил ключи от автомобилей. К слову, в этом году организации исполняется 30 лет. Щедрые подарки вручил Андрей Джадоев вместе с руководителями коммунальных служб. Вашими руками, вашими сердцами, вашими умами творится по-прежнему добро. Ваш опыт, ваша память, ваш героизм – это то, что сегодня так востребовано для нашего народа, для молодежи, для нашего будущего. В ответ председатель Совета ветеранов Петр Куролесов поблагодарил за большое внимание и заботу, оказанную ветеранам, и отметил результаты совместной работы по наведению мостов с ветеранами других городов. На днях делегация вернулась из луганского города Антрацит. Завершилась встреча праздничным концертом. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко и Владимир Киташенко. АТВ «Ставрополь».